Жень және Ольга Малахова. Бронзовой призеркой первенства мира по гиревому спорту стала Галина Ёлкина, Россия, с результатом 219 подъемов. Олег Бринчелигнен, положен десне Иван, Галина Ёлкина, Россия Федерация. Галина Ёлкина, Раша, becomes bronze winner. Всего два подъема проиграла своей сопернице. На вторую ступеньку пьедестала почета становится Weight Pamela Джейн, Канада, с результатом 221 подъем. Джейнди, Олег Бринчелигнен, Кумышин Десни, Евган, Weight Pamela Джейн, Марапатталада, Канада. Weight Pamela Джейн becomes silver winner, Канада. Победительницей первенства мира по гиревому спорту среди ветеранов стала Ольга Малахова, Россия, с результатом 229 подъемов. Және де осы салмақ дәрежесінде әлем біріншілігінің чемпионы атанған Ольга Малахова, Ресей Федерациясы. Ольга Малахова, Раша, becomes the winner. Судье при участниках подготовить Ирину Родионову для награждения. Төреші, келесі марапаттау алаңына шығатын Ирина Родионовна марапаттау рәсіміне дайындаңыз. Ирина Родионова must be prepared for medal ceremony.